сохранить память, увековечить подвиги героев и рассказать о них подрастающему поколению. 9 декабря, в День Героев Отечества, интерактивными табличками обзавелись две саровских улицы – Сосина и Казамазова. Достаточно поднести телефон, отсканировать QR-код, и вы узнаете, чем эти люди заслужили столь высокую честь. Идея проекта родилась в недрах Центра внешкольной работы, а в жизни ее воплотили ребята из военно-исторического клуба «Победители», такие как ученица 20-й школы София Комкова. Этот проект называется «Улица Героев». Он приурочен к 75-летию Победы. В рамках этого проекта мы снимаем видео, в которых рассказываем о людях, в честь которых названы улицы, о подвигах этих людей. Все видеоролики опубликованы в группе «Волонтеры Победы Саров» ВКонтакте. На сегодняшний день это один из ведущих молодежно-патриотических порталов нашего города. Его главная задача – воспитать в юных саровчанах дух гордости за своих предков. В рамках проекта «Улицы героев» мы не только снимали видеоролики и выкладывали их в интернет, мы еще и собирали материалы. Это все делаем для того, чтобы люди знали, на чьих улицах они живут, чем прославились эти люди, почему нам важно о них помнить. В будущем ребята из клуба «Победители» хотят разместить такие таблички на всех улицах, которые носят имена героев. Валерия Чкалова, Александра Матросова и Витя Коробкова. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.